С 10 по 13 октября в Хабаровске проходила межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка 2013. В ней была размещена экспозиция и Амурского района. Первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Александр Левенталь 11 октября посетил межрегиональную Приамурскую торгово-промышленную ярмарку 2013. Уделил внимание Александр Борисович и экспозиции Амурского района. Александр Левенталь поинтересовался ходом реализации инвестиционного проекта по строительству Дальневосточного центра по переработке древесины, как работает туристический кластер района, как развиваются амурские теплицы. Увидев акриловую продукцию общества с ограниченной ответственностью Варт, первый зампред отметил, что высокое качество продукции предприятия было замечено правительством края много лет назад. Очень хорошо, что государственная поддержка предприятию способствовала появлению новой инновационной продукции, сказал Александр Борисович. Заместитель главы администрации района по экономическому развитию Павел Боровлев вручил на память почетным гостям Александру Левенталю, Виктору Калашникову, министру экономического развития и внешних связей края, а также Ивану Федорову, депутату Законодательной думы Хабаровского края, русско-нанайско-английский разговор. Созданный районной общественной организацией малочисленных народов Севера, участником туристического кластера.